Князь Иван Данилович Калита показал себя как расчетливый, жесткий и хитрый правитель. Он не раз ездил в Орду, завоевав тем самым расположение и, самое главное, доверие хана Узбека. Это позволило землям Московского княжества оставаться относительно благополучными и спокойными, что привело к увеличению населения за счет переселения из других территорий. В то же время князь Иван Калита умел жестоко расправляться с соперниками. Он использовал убийство в Твери ордынского правителя Чолхана как шанс уничтожить Ивана Михайловича Тверского. Отправившись в Орду, Калита выразил сожаление и желание помочь в расправе над виновными. В итоге он получил ярлык на великое княжение, право самостоятельного сбора даней и 50 тысяч воинов. Объединенных ратей Калиты и суздальского князя Александра Васильевича оказалось более чем достаточно для полного разгрома Твери. Разграбленный город был передан Константину Михайловичу. Ивану Тверскому пришлось бежать в Новгород, Псков, а затем и в Литву.